Если вы сталкиваетесь с ситуациями, в которых вас не устраивает положение вещей, и вы начинаете объяснять. Ну, конечно, с ней невозможно договориться, потому что она маразматичная идиотка. Ну, прекрасно, все объяснили, да? Или, ну, мы никогда не сможем добиться успеха, потому что, я не знаю, у нас только блатные и там какие-то воры и бандиты, так сказать, достигают успеха. Но объяснили все. Дальше что? Если ваше объяснение не предполагает возможности следующего действия, а это действие явно необходимо, потому что вы фрустрированы, значит, вы имеете дело с объяснениями. Если вы имеете дело с объяснениями, их нужно радикально менять на констатацию.